Всем привет! Ездили в Ашан, нужен был мне ополаскиватель для посудомойки. И прошлись там по скидочкам, ну, кое-что купили интересненького, сейчас покажу вам. Заехали еще на рынок, представляете, по 80 рублей листья салата. Мне кажется, я зимой по 35, по 65 покупала. Сейчас вроде бы теплее, мне кажется, должно быть дешевле. Нет, по 80 рублей. Ну, такой вроде бы свеженький, неплохой. Заехали еще тоже, у нас есть на рынке рыбные магазины, купили горбуши, красная рыбка и скумбрию. И еще, вот почему показываю, вот хотела показать, первый раз взяли икра черная палтуса. 380 рублей стоит, вот не знаю, решили попробовать. Много раз встречали, но никогда не покупали. И в составе икра зерно палтуса. В общем, попробуем, подпишу, понравилось или нет. Но вот, повторюсь, цена, можно, в принципе, по скидке и красную икру купить за такие деньги. А что вот это вот, не знаю. В общем, попробуем. Так, это сейчас уберу. Про Ашан. Ну, взяла салфетки еще, вот такую большую одну упаковку. Даша у нас любит чупа-чупсы. Вот разные выбрали. Там такой ассортимент у нас выставили. Ну, знаете, как везде в Ашане, когда заходишь, да, и вначале выставляют что-то по скидкам, ну, определенные категории. Вот у нас сладости были и детские товары. Столько много сладостей. Я вот сейчас вставлю, посмотрите. Приехали в Ашан. Здесь выставили сладости. Очень много новинок. Вот Кузя. И с апельсином. С малином, с малиной мы пробовали. С апельсином, с клубникой, с бананом. Мы вон взяли. И Ашан выпустил маршмеллоу тоже с разными вкусами. Вот абрикос. Там еще есть пломбир, земляника. И что-то еще было. Пломбир, сейчас покажу. Но мы взяли только абрикос попробовать. Вот земляника. А, тутти-фрутти. Вот такие маршмеллоу большие. Тоффи какие-то, прям лапками сделаны. Абрикос. И пломбир. Вот здесь тоже много всяких сладостей. Лавыс, кстати, лавыс. Вот такие еще есть конфетки с разными вкусами. И написано, что с вкладышами. Всего по 40 рублей. Много разных чупа-чупсов Даша любит, тоже ей взяли. Ну, потом покажу, что мы купили. То есть новинок очень много именно из сладостей. Либо вкусы какие-то новые. Вот, тоже такие мы не видели. Йогурт, клубника. И черная смородина. Новые. А вот сделаны вообще вот так вот интересно. Сафари. Тоже такие не видела я. Целая стойка тоже по скидке фрутелла. Разные вкусы, в общем, какие хочешь. Так вот, что мы из этого купили? Вот такой вот кузя с бананом. Мы с малиной пробовали, и обычный кузя появился с бананом в Ашане. Потом с апельсином. Дальше с клубникой. Это вот что касается кузи. И еще там мы сладости взяли одни. Сейчас покажу. Вот эту вот вредность я взяла. Люблю такое. Здесь у нас с сыром. Вот, 142,25. Было еще зелень, сметана и бекон. Ну, вот мне с сыром нравится. Это мы в Пятерочку заехали. В принципе, показывать не буду. Там безалкогольная Балтика. Балтика нулевка. Не буду. В общем, я Ашан показываю. Взяли вот такие вот контейнеры. У нас вот такой вот контейнер мы используем под масло. Нам очень удобно, но он внизу лопнул, поэтому вот решили обновить. Всего 58 рублей он стоил. И вот такой один маленький тоже бывает не хватает. 50 рублей. Там, кстати, в Ашане тоже новые контейнеры именно от Ашана появились. И такие с защелками. Вот как наподобие я в Леруа покупала. Мне тоже очень понравились. Фото найду, вставлю.
А цены, как всегда, я подпишу. Какие знаю, называю, потому что чек останавливаться не буду. Хлеб взяли, хотим сделать как тосты. Ну, в общем, на гриле. Туда колбаску внутри и такие, как бутерброды, в общем, горячие, но на гриле. Так, такой хлебушек обычный. Я вообще хлеб не ем. Это вот Юра с Дашей. Ни я, ни мама, мы едим хлебцы. Мы перешли на хлебцы. Тяжеловато было, но мы справились. А вот еще, смотрите, что появилось. Маршмеллоу. Это именно ашановская марка. Абрикос мы взяли, попробуем. Ну, я вам видели, да, там много разных. Вы решили остановиться пока на абрикосе. Дальше, вот зачем как раз мы и ездили. Синергетика, ополаскиватель. Я тот раз брала, мне понравился. И этот раз тоже решила, думаю, не буду что-то другое брать, возьму синергетик. Потом в этот раз майонез. Вот я говорила в прошлом видео, что мистер Рика тоже нам нравится. Вот в этот раз с маслом авокадо взяла. А так рябу берем. Ну, капуста 14,04 по 15,50 за килограмм. Мне нужна была маленькая, маленькую взяла. Так, это еще для посудомойки порошок. У меня есть эти таблетки, но если посуды мало, там 3-4 тарелки, да, и 2-3 стакана, то целую таблетку я не кладу, а вот это ломать, я смотрела, многие на две части режут, я так не делаю, я вот покупаю вот такой порошок и мерной ложечкой одну ложечку насыпаю, и замечательно. И, кстати, недорого, вымывает хорошо, если вот с ополаскивателем заливать. Так, по колбасе опять княжескую взяли мы. Но, кстати, тот раз нам не очень понравилась княжеская, потому что очень-очень много вот этого вот сала было. И как-то оно прям разлазилось. Вот предыдущая у них партия была не очень. Вообще очень это вкусная колбаса. Вот прям наша самая любимая. Но вот, повторюсь, тот раз не понравилось нам. Надеюсь, эта партия будет получше. Тоже цены подпишу. Вот, кому интересно, можете по составу посмотреть. Но она очень вкусная, правда. Дальше ореховая. Ну, это уже сервелат. Это Юра любит. Там действительно, вот как, знаете, как кедровые орешки попадаются. Вот тоже можно посмотреть по составу. Механической вроде обвалки нет. А затем... Ну, мы много колбасы в этот раз набрали. Вязанку молочную взяли. Это вот как раз они хотят сделать вот эти на гриле бутербродики такие. И две палки взяли от Царицына. Вот такую вот колбаску. Она идет в специях. Две палочки. Тут, кстати, состав тоже очень хороший. Так вот, видно. Тоже нет механической обвалки, а идет шпик, говядина, свинина. Она была еще продавалась в разрезе, то есть не целая палка, а вот на две части разрезанная. И вот знаете, она как салями такая внутри. Тоже попробуем. Напишу, такую мы первый раз берем, до этого мы не покупали в специях. Царицына мы брали какую-то другую, брауншвейская, по-моему. Так, все, первый пакет закончился. Яйца. Две упаковочки. У нас очень быстро яйца уходят. Даша очень любит по утрам яичницу. Мама как-то ей делает в лаваше. Так что две упаковочки. Тоже постоянная покупка. Сметанка вкуснотеева. Хотим опять сделать тортик «Битое стекло». У меня на канале есть рецепт. Мы делали. Вот две баночки я взяла. Вот как раз один тортик и получится, 20%. Пожирнее и вкуснее будет. Затем по акции был Хохланд, 199 рублей с грибами. Ну вот утром намазать на хлебец, на хлебушек. Думаю, вкусненько будет. Трески, икра. Это вот икра
трески, а вообще печень трески последнее время мы вот подсели, прям очень нравится. Мы где-то две баночки взяли, сейчас найду, покажу какую. Так, здесь у нас что, еще один чек? Чеков полно. Что это? А это нам отдельно, наверное, пробивали. А, да, вот это отдельно, потому что спиртное мы как-то отдельно. Водка, вот белая сова, ликер. Это я покажу сейчас. Четыре упаковочки Вкуснотеево взяли. Маленько удобней. Вот одну открыл, остальную бросил в морозилку и все. А по цене, в принципе, оно на то и выходит. У нас в Ашане что-то 158 было. Дальше. Из спиртного первый раз от Белуги вот мы увидели вот такое здесь, хотя 40%. Я думала, это как битер, ну вот с травками, да, что-то. Думала, поменьше процентов. Нет, процентов 40. И вот здесь по составу, вот, можете почитать, интересный такой состав. Вообще спиртное, да, вредит нашему здоровью, но здесь хоть что-то такое интересненькое, есть травки какие-то. Так что попробуем, не знаю, первый раз. Там еще была какая-то белуга ягодная. Ну, обычно белугу водку мы покупаем. А затем вот такую первый раз взяли. Какая-то сова, белая сова, морожка. Ну, тоже она не дешевая, 900, почти 1000 рублей. Но тут больше, тут 0,7. И тоже какая-то новая, архангельская. Ну, она недорогая, в принципе, водка. Но вот смотрите, как прям запаянная, то есть не подделаешь ее. Тоже цены подпишу. Ну, скоро потеплеет, да? Пусть стоит у нас в кладовке. И вот, как и говорила, две баночки печень трески. Вот такие взяли. Знаю, ультрамарин вроде бы неплохая марка, но здесь вот написано по-мурмански. Мы до этого покупали в Пятерочке, 200 рублей стоит, 199. Очень вкусная печень, тоже где-то картинку вставлю. А вот эту я не пробовала. Но вот не знаю, почему-то последнее время очень мне хочется печень трески вот просто на хлебец намазать с чаем. Супер. Вот, все. Два пакета пустые. Вот все, что мы приобрели. Общую сумму напишу, ну и повторюсь, все цены будут подписаны. Все, всем спасибо за просмотр. Пока-пока.